Погода, инфекции и сорняки – все эти факторы нередко становятся причиной гибели посевов сельхозкультур. Выход один – вовремя выявить источник заражения. Специалисты филиала Россельхозцентр провели очередную так называемую апробацию колосьев созревающего урожая зерновых. Любую сельхозкультуру сначала сеют, потом она вырастает и ее апробируют. Апробация дословно означает одобрение, признание. Для этого отбирается сноп растений, и они изучаются на предмет заболеваний, примесей другого сорта и количества сорняков. В первую очередь специалист обращает внимание на внешние признаки зерновых – колос, стебель и листья. Это элитные семена. Мы отбираем два снопа. У нас это будет 300 тысяч снопов. Это растений. И мы отсюда это посмотрим, сколько у нас там недоразвитые стебли, трудно отделимые культурные растения, сортовые примеси определяем, злостные это сорняки определяем и еще ядовитые сорняки. Это поле пшеницы с семенами класса «Элита» на 100 гектаров. Задача агронома – пройти его по диагонали и собрать стебли пшеницы. Это пшеница «Ульяновский 100». Конечно, это по осмотру растений очень нормально, чисто. Сорняков нету, болезней нету. Но есть, конечно, это недоразвитые стебли. Это ничего. Чтобы собрать большой урожай, нужен качественный сорт с высокой продуктивностью и приспособленный под климатические условия местности, уверен глава фермерского хозяйства Юрий Цветков. У этого сорта клейковина всегда была высокая, она стабильная. И по прошлому году, и сейчас она как бы дает показатели предварительно хорошую клейковину должна дать. Дай бог, чтобы мы ее убрали, конечно, чтобы погодные условия так сложились. В лаборатории Россельхозцентра проверяют партии семян от каждого хозяйства на сорность, влажность и всхожесть. В данный момент агрономы занимаются определением засоренности зерна, а после очистки будет проведен полный анализ. Только после тщательного исследования аграриям выдают документы, подтверждающие сортовые качества, необходимые для дальнейшего посева и продажи зерна. Ведь именно от его качества и будет в конечном счете зависеть качество хлебной продукции. Рифат Ватколин, Игорь Зверев, Республика.